небо твое поле переплавит струны. Может быть, другая песня получилась бы. Ты бы ее послушал, девушке поставил, может, станцевал бы, только все равно у тебя забавы. Утром все забыл, музыка сорвалась. Ты меня убил. И так далее. Остальные, значит, куплет-припев играются так же. Посмотрим на аккорды. Все аккорды у нас идут на барре. Аккорд до минор. Аккорд ля бемоль. Аккорд соль. Это у нас куплет и припев. Ля бемоль. Си бемоль. Фа минор, соль. Гитарный бой. Гитарный бой шестерка с глушением. Глушение мы, значит, здесь осуществляем левой рукой. Когда нам нужно глушение, мы просто ослабляем аккорд, и получается глухой удар. Так, значит, шестерка. Значит, один такт, как у нас идет? Вниз. Потом вниз с глушением, потом вверх, вверх, потом опять вниз с глушением и опять вверх. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Обычная шестерка, но у нас глушится второй удар и пятый удар. Так у нас играется куплет и припев. А вот проигрыш у нас идет немножко с добавочкой небольшой. То есть ударяем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Вот этот удар вверх у нас преобразовался вниз, вверх. Этот удар идет по заглушенным струнам, пока мы переходим с аккорда до минор на аккорд ля бемоль. Там, дан, 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 дан. И, значит, у нас последние два аккорда, а бемоль и соль, они делят как раз такт пополам, да? По аккорду ля бемоль вниз и вниз заглушенное, а здесь вверх-вверх и по заглушенным вниз-вверх. Вот и вся песня. Партию соло, табулатуру подробную с этим боем вы можете найти на блоге про гитару, ссылка под видео.